Депутати наступного тижня знову засідатимуть позачергово. Двічі у вівторок і четвер. Відомий уже навіть попередній порядок денний. І поки що гострих та нагальних проблем у ньому катма. Ані загострення на Донбасі, ані провалу вакцинації. До тарифів руки теж у нардепів не дійдуть. Чим мав би негайно зайнятися парламент? Це запитання ми поставили лідеру опозиції Юрію Бойку першим. Мы считаем, что если у меня очередное заседание будет посвящено теме мира, то есть принятие законов, которые дадут возможность политически урегулировать конфликт, воплотить в жизнь Минские договоренности. Второе, если будут снижены тарифы, если будет реальное изменение бюджета на увеличение медицины для борьбы с эпидемией, то есть те вещи, которые сегодня больше всего волнуют людей, тогда мы в этом будем принимать участие и будем участвовать в неочередных заседаниях и будем поддерживать. Режим перемирия надо обязательно возвращать, потому что мы ведь должны рассматривать перемирие как базу для того, чтобы дальше внедрять дипломатический путь урегулирования конфликта, возвращать людей, возвращать территории, останавливать эту войну, которая длится уже 7 лет. Конечно, людей в первую очередь беспокоит завершение конфликта, остановка стрельбы, рабочие места, шахтера волнует работа. Очень много вопросов, связанных с медициной, с обслуживанием, с доступностью медицины. То есть это вопросы, которые на самом деле они и были, но они еще больше обострены на линии соприкосновения, на линии фронта.